За два дня до срочного голосования в Сочи пришли на избирательные участки около 400 человек. На выборах депутатов городского собрания Сочи каждый избиратель наделен тремя голосами. То есть независимо от количества, представленных кандидатов может выбрать не более трех. При голосовании избиратель имеет право поставить не более трех отметок. То есть одну, две или три отметки в избирательном бюллетене напротив фамилии кандидата, в пользу которого избиратель делает выбор. Избирательные бюллетени, которые содержат более трех отметок, считаются недействительными, а также недействительными признаются избирательные бюллетени, которые не содержат никаких отметок.